Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. И в прошлой серии мы забыли сказать про сталкера. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди. И мы продолжаем проходить сталкера Найтшоуинта. В прошлой серии мы остановились на том, что забрались вот этого здания, вот какой красивый блюм. И теперь, чтобы выйти отсюда, мы должны убить вот этих вот охранников. Тогда как эти охранники долговцы, то сразу же их друзья пресекут всю фишку и пойдут к нам. Иначе говоря, наша задача в данный момент — вырезать опухоль в виде долговцев из этого города, при этом не затронув новичков, ну, одиночек. Если мы хоть как-то будем подстрелим одиночек, то мод будет непроходим, потому что мы с главной группировкой мода будем воевать. Долг, похоже, не является главной группировкой, раз нас вот так вот безжалостно ставят против всей их базы. Ну, вообще, наверное, это им в минус, потому что, ну, я главный герой. Следовательно, победа при любом раскладе будет моей. Вау, он превратился в летающего зомби? Летающий зомби? Вы шутите? Почему я не могу перезарядиться? Окей, неважно. Где-то... Вот эту дверь мне нужно зайти. Но так как тут есть вот эти вот ящики, их нужно отодвинуть, но вот тут вот чуть-чуть мешает охрана. Эй. Блин. Там. Что-то я не понимаю фишки на самом деле. Теперь у меня и не травы враги. А это совсем не понт. А в чем тема? Только что ж они не были мне врагами. Иначе надо как-то по-другому. Ну что ж, давайте перегрузимся. Ну что ж, давайте тогда попробуем, знаете как, выбросим вот это вот оружие. И раз они все же не сразу реагируют, убьем одного парнишку. Но сначала вот это все отодвинем. Раздвинем нам путь. И попытаемся сделать все вообще без убийств почти. То есть мы сейчас, может быть... Ну давайте попробуем без убийств вовсе. Как-нибудь бы их отпугнуть. Сейчас они, по идее, ко мне все резко полезут. Ага, там кто-то перезаряжался. Давай, до свидания, давай, до свидания. Я. Блин. Так, значит, вылезти как-то здесь без всяких читов не получается. Мне предложили увеличить мощность прыжка, но это так неинтересно. Там, кстати, если у кого-то вдруг много места, вот тут вот лежит бульдог улучшенный. Вот, но он сейчас нам совсем ни к селу, ни к городу. Поэтому мы делаем как-то вот так вот. Так, попробуем потише. Нет. Как только мы попадаем к ним в дальность обзора, они нас сразу палят. И говорят, что мы плохой дядя, и все на свете. Ну-ка, а вот там. Давайте попробуем забраться туда. Так, выбросить. Ибо это нам пока что совсем ни к чему. Так. Я просто вроде бы там что-то увидел. Или это что такое? Ой, привет. И извиняюсь. А, это понятно. Тогда отодвигаем вот эту хреновину. Двинься. 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 А если бы, кстати, сделали... Так, слушаем, он начал перезаряжаться. Это наш шанс. Это наш шанс. Твою мать. Какого черта? Они все стоят в одном месте. Так. Журнал, история, личные заметки, кто я? Да тебе не пофиг, что ли? Как принести ему этот артефакт? Вы шутите? Отсюда нет выхода, кроме как читы. Вы поощряете использование читов, это неправильно. Стоп, а какое оружие? Стоп, я что, отсюда все должен взять? Где? О. И вот это тоже? Да ну. Нет. У меня места нет на все это. А, не, есть. Ну ладно, возьмем все. Окей. Так, и сразу парам-пам-пам, и у нас море врагов на карте. Но драться с ними совсем не резон. То есть, перебить их всех — это дело, в принципе. Ой, не такое большое. Однако. Однако большая проблема в том, что с нами начинают воевать сразу новички. Как только вот кто-то из новичков заметит убийство, а вон там вот как раз один из этих новичков и стоит,
Как только он заметит убийство, он скажет, типа, чё за ботва, я не понял. Ну, и он скажет, что я плохой человек, вообще редиска. Закройся дверь. И все новички станут... Он убил его? Он убил его? Давай сохранимся. Тут, походу, какой-то новичок решил нам так вот беспалево помочь. Он и дальше пошел. Ой. А почему вы его не объявили врагом? Чё я враг, а он нет? Чё за дискриминация? Это все потому, что он желтый? Или он не в костюме ученых? Привет. Блин, ну гранату в них кинуть. Козлы. Толпой навалились на одного и не дают мне просто уйти отсюда. Я хочу уйти. Без проблем для вас. Тупые, непонимающие долговцы. Обнаружен убийца. Да мне посрать вообще, уйдите. Ой, там зомбак. О! Так, пока они... О, нет, они не втыкают. Что-то мне показалось. Сейчас вот тут вот будет где-то новичок. Вот замечен убийца и все, да, и норм. И надеюсь, проблему вы с этим не видите. Это враг? А куда вы там втыкаете? Окей. Красавчик. Отличная работа, парень. Давайте сохранимся. Теперь надо добраться до бара. А если мы доберемся до бара, то в баре... Ой, в баре мы найдем проводника. Ой. А проводника, этот проводник нас спокойненько уведет в кордон. Я не знаю, какими-то он там нас путями, полями, тополями уведет, но у него это удастся, я уверен. Тут есть выход? Или нет выхода? О, черт. Не, тут, похоже, выхода... Выходом и не пахнет. Значит, нам придется спускаться вниз. А значит, нам придется воевать, а я не хочу. А, вот. Покерфейс. Улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Нас не видят. Эй, эй, парни! Надеюсь, все нормально, да? Я ваших почти не убил. Всего одного. Он сам нарвался. Я. Аллилуйя! Юка! Е! Фак я. Я живой. Это не ваша территория, бичи, это бар. Здесь обитают только свободные сталкеры, а вы бяки, вы бьете людей, вы нехорошие. Где мой проводник? Ты должен тут заседать, по-моему. Нет? Ты тут есть, я вижу тебя на карте, ты от меня не спрячешься. Он, похоже, где-то в стене заширился. Тут что? Окей. А, давайте зайдем тогда в бар, там сейчас... Воу. Там надо... Тихо. Там надо найти кого-нибудь, кто нас быстренько отсюда уведет. А не то эти дяди еще сюда залетят, а они могут устрелять. В отличие от нас, давай сохранимся. Так. Так. А если здесь мы кого-нибудь убьем, то будет крайне неприятно. Лысый. Лысый, ты мне нужен как никогда. Ленька. По минному полю идем, только еще хуже. Он же ничего не сказал. Я просто ни к чему ему это говорю. Аптечку дай. Странный парень какой-то. Я ему могу поделиться аптечкой. То есть он меня игнорирует. Он вообще не хочет со мной разговаривать. Ты кто? Ты Бром. Бром, ты мне не нужен. Мне нужен Лысый. Где Лысый? Охотник, ты мне тоже не сдался. Вот тут. Ну-ка, ты кто такой? Дмитрий Подалеки, ты кто? И что тут стоишь? Чтобы получить сюда доступ, нужно сказать ему, типа, я хочу поспать. И он говорит, иди туда. А где тот парень, который мне нужен для телепорта? Нет, мне не крышка, шутишь. Берем, нет, ничего не берем. А, нет, берем. Вот это берем. Ну что, и уходим. А, давайте продадим ему, что ли, дробовик. Потому что нам нужны быстрые ноги и чистый мозг, чтобы уйти отсюда. А с дробовиком ни чистых ног, ни бодрого мозга не будет. 52. Что-то много еще. А, ну да. Пистолеты. В них вся проблема. Пистолеты. Я всегда знал, что из-за них я попаду. Ам-ам-ам-ам-ам.
Слушай, давай я тебе куплю... Ничего. В жопу тебя. А, нет. А, давайте купим у него энергетиков. Вот этого вот счастья. Рейдбула. И побежим. Хм, я могу продать ему оружие, которое я должен, по идее, отдать. И я могу продать ему слиток. Хм, круто. Но я вроде должен этому отдать. Его. И почему тогда не покупаешь мой кольт, который стоит дороже этого слитка? А? А? Поймал тебя, да, я? Грех, все равно какое-то унылое оружие. Давайте продадим. Оно мне не втыкает. И все равно у нас всего 10 патронов, оно не убивает никого с первого удара. Нельзя целиться и, в общем, бека. Все, теперь я могу бегать. В путь! Кстати говоря, сегодня будет одна всего лишь серия, потому что у меня есть много-много дел. И, извиняюсь, я не смогу сделать сегодня просто вторую. Хм. Не прячься, говоришь? Я могу не прятаться, но боюсь, вам это не понравится, друзья. Окей. Вали отсюда. Вы, похоже, все тут собрали, что ли? О, плохо. А ну, а давайте их убьем вот гранатой и посмотрим, что будет. Может быть, сталкеры не увидят их и примут. Хочет кинуть гранату? Нет. Граната! Да ладно! О. Вау! Во... Вот так, ганты. Вот так. Окей. Там зомбак какой-то. Да, вали, воюй. А, он еще взорвет их. Это, по-моему, взрывашка. Степашка, взрывашка. Чего тут появилось столько артефактов? Это что за прикол такой? Патроны 9.19. 50. О, а вот это надо. Вот это вот обойму. Ой! Тихо. Фух. Ах ты тупой, Иуда. Предатель. Еще один. Кто у вас столько наплодил? И вообще, чё вы ко мне идете? Я вам друг. Я вас положу. Положу я вас. А, вот тут, похоже, да, было это. Сколько у меня места? Мне хватит? Давайте возьмем медузу одну. И каменный цветок, он тут не очень частый, похоже. Все. Все, я доволен. А, нет, не очень доволен, потому что я не взял вот эти вот обоймы. Надо бы их взять. Взять вместо... Вместо пустого, правильно. Пустой мне не нужен. Так, у меня теперь два таких. Третий взять не могу. Вот, еще пустой. Тоже выбросить. Факт за счет. И взять вот этот. Бичары поганые. Ну и ладно. Буду бегать с двумя. Вот так вот. Окей. Может быть, сейчас опять нам выпадет джекпот. Три семерочки. Нет, во-первых, мы никого не убили. Что уже само по себе не очень хорошо. Ну-ка, какая из них? Что, я и оружие брать по два не могу. Вы издеваетесь? Тут сколько? Все поломанное. Все? Мать его. Поломанное. Ну все, вы напросились. Давайте тогда идти боем. Откуда вас там так... Я не знал даже об этом проходе никогда. Успокойся. И ты тоже. Вы мне мешаете пройти. Я не хочу вас убивать, но вы сами. О, зомби. Ты милый зомби. Все, иди отсюда. Ой, о. Слушайте, а там есть парень с СВД. Я хочу его СВД. Чувак, у меня для тебя подарочек. Я тебе дал его. Ай. Я чуть не понял, чем мы умерли? Это взяли и слегли вот так вот. Внезапненько. Там никого? Че, спать пошел, что ли? Ух ты, я не знал об этом проходе. Че тут? Оу. Оу. Ну да, парень, ты правильно решил уйти на самом деле. Так, простой выход. Простой выход. Тихо. Оу. Ну вот, пока он отвлекает, давайте попробуем залезть наверх. Блин, не удалось. Ой, я, кажется, не того. А, не того, все нам. Обнаружен убийца. Да ладно. Нет, я не того. Это был новичок. С кем вы воюете?
Это был новичок? Да, это был одиночка. Я его в полубоя случайно убил. Так, ну задача примерно ясна. Мы должны пройти боем через вот эти вот парочку моментов. Вот самый сложный из них это вот этот. Если мы пройдем его, в принципе, без потерь особых и выживем, то все будет в порядке. Ой, на тебе вор. Слушай, а супчика не дашь? О, там зомби. Вот хай этот зомби идет прессует. Все, иди прессуй. Блин, опять не того. Да что такое? Вы меня все задолбали. Кинься. И ты тоже. А, все, я понял. Похоже, я могу спокойно убивать долговцев. Ой, не то оружие. Улучшенное какое-то. Ну-ка. А, ладно. Я могу, похоже, убивать долговцев. Просто мне надо следить за тем, чтобы я не убил случайно обычных новичков. О, зомби. Вот в данный момент мне их не вот эта вот тема помогает. Она будет их чуть-чуть отвлекать. А я буду их отстреливать. Они фактически будут показывать. Мол, стреляй именно вот сюда. Потому что я стреляю по зомби отсюда. Нет. Не могу я его убить. А никто там сзади? Да, сзади, конечно же, попытаются обойти. Как же иначе? А, нет. Еще зомби? Еще зомби? Вау! Яй, вот это уже... Чё я? Чё опять я? Фак защит. Go away. Бабки? Спасибо, конечно. Но за что? Здорово. Я не к тебе, извини. У меня есть тут другие дела. Что-то взорвалось. У меня другие дела, понимаешь? Я еще должен уничтожить... Я должен еще уничтожить весь долг. Давай сохранимся, пока тут идет война какая-то. Ведь бар они при любом раскладе эти зомби не возьмут. Оу. Так ты обычный... Ты обычный... Зомби! Слушайте, а вы видели, да? Там три зомби. То есть, был один, стало три. Таким образом, можно легко понять, что они выигрывают бой. Следовательно... Кто там стреляет? Следовательно, мы можем, в принципе, где-нибудь захаваться... И просто сидеть. И ждать, пока зомби со всеми разберутся. Хотя я уже не вижу этих зомби, на самом деле. Да нет, вроде бы вон кто-то там стреляется. Че, по мне опять? Да что такое? Успокойся. Дружище, ты еще не понял, что вон тут кирдык приходит, а ты меня пытаешься подстрелить. Так минимум нелогично. Но раз так хочешь, давай повоюем. Где ты? Откуда-то оттуда стреляет наш друг. Че, сюда спрятался? Нет. А где ты? Раз, два, три, четыре, пять. Ёпты ж твою мать. Ой! Ой. Ну ты косой, конечно, друг. Да, зато прячешься, хорошо, должен сказать. Вот так. Fucking shit! Ладно, я думаю, мы продолжим уже в следующей серии, потому что я сильно тороплюсь. Но давайте сделаем последнее вот такое действие. Оп, посмотрим, что из этого получится. Там много предателей, туда идут зомби, и... Вообще, тут идет какой-то хардкорный бой между мной, зомби, сталкерами, всеми на свете. Ты что, на ебанях ко мне подходить? О, он даже в зомби превратился, причем очень опасного зомби, должен сказать. Ну-ка, я еще не подцапался с... Не травами. А, подцапался, конечно. А, стоп. Да, не подцапался. Я даже не совсем долгом подцапался. Вот это да. То есть кто-то из них не со спокойной душой прощает смерть своих собратьев? Бывают же такие гады, а? Чё, мне конец. Фак за щит. Кто там еще чувак хочет? Да, вот иди, хавай его. Меня хочется. Ну ладно. Окей. Воу. Зомби, похоже, Флаус Виктория держали. И у меня нет патронов. И у меня нету аптечки. Оу. Bad, bad, so bad, very, very, very bad. Да. Сбылась мечта идиота. Выжили. Неплохо. Так, давайте захаваем. Вот это, а это что такое? Ну, кристалл. Thank you.
Кристалл, первый опыт, минус к радиации. Ух ты, неплохо. Довольно сильный минус к радиации. На самом деле я уже могу даже что-нибудь одеть. Ну-ка, я с вас ничего не выпало, нет. Окей. А тут что? Хм, я уже хотел закончить серию, а... Получилось довольно неплохо. Ну-ка, а мы еще не подцапались с одиночками? Нет, вот с одиночками подцапались, так что все, уже можно рестартать. Ну, я думаю, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео. Продолжим, как я сказал, я думаю, уже в следующей серии. Что это за пушка такая? Вау. Вот это да. Продолжим в следующей серии. Вот эту пушку тоже я постараюсь получить. Посмотрим на... Фу-фу. Результаты этого боя. Выберем, за какую цель, сторону вступиться. В общем, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео. Пока-пока-пока. Удачи.